Дроппер! Зашибись! 10 месяцев не снимал дропперы, и он сам ко мне пришел. Всем привет, с вами Лев, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Это паркур-карта на версии 1.15.2. Эту карту я решил пройти от зрителя, который написал в комментариях об этой карте. Я решил ее пройти, потому что как бы раньше все время приходилось их выбирать самому, но сейчас мне самому порекомендовали, поэтому почему бы и нет. Посмотрим на правила. Первое правило: не читерить, играть на мирной сложности, прорисовку чанков ставить на 10-20, играть на переключенческом режиме и наступать на плиты, иначе чекпоинты могут не сработать. И удачной игры. В принципе, спасибо. Вот создатель карты. Давайте, в принципе, будем начинать. Здесь есть пасхалки, чекпоинты и уровни. Сразу хочу сказать то, что я эту карту уже начинал проходить, но я ее как-то плохо записал, поэтому решил перезаписать. У меня на самом деле такое часто бывает, то есть вы как бы, ну, да. То есть я часто перезаписываю, блин, начало, и потом, короче, все равно какая-то фигня получается, но уже ничего сделать не могу, потому что перезаписывать заново всю карту — это уже слишком. Да, ну ладно. Хорошо, будем начинать. У нас, видите, таймер есть даже. Это достаточно круто. Это очень необычно. И я играю с файтфулом, да. То есть я обычно карты прохожу без текстур паков, а сейчас решил хотя бы с файтфулом пройти. Шейдерами я проходить карты не буду, скорее всего. Так, вот здесь у нас нельзя пройти, я так понимаю. Здесь боях у нас был. Это видно. Сразу хочу извиниться, кстати, за прошлое видео. В том смысле, то, что я много говорил «да». То есть это прям очень много я говорил. И я там кучу всего повырезал, и все равно много осталось этого слова. Так, а, вот сюда надо прыгать, оказывается. Я просто сюда запрыгнул, да? И все плохо оказалось. Вот опять я сказал. Так, а это как, через воду можно прыгать вот так? Я так понимаю, что можно или нет. Ну, а я сюда не могу запрыгнуть, да? Хорошо, я не могу. Давайте теперь вернемся назад тогда. Вот как здесь прыгать, скажите мне. Может быть, я что-то не вижу. Я понял вас. Я вас понял, да, спасибо. Спасибо, я вас понял. Отлично, первый чекпоинт я нажал. Он должен сработать. То есть я здесь, по идее, могу убивать себя, но здесь как бы написано то, что читерить не надо. Поэтому я, наверное, это делать буду только в критических моментах. Здесь у нас везде барьеры, да? Хорошо. Сюда я не запрыгну. Сюда тоже никуда. Я могу только... Ну, и туда я, в принципе, не могу. Вот сюда я могу. Подожди. Могу туда выбраться. Ну, явно туда можно. Наверное. Отлично. Сюда я могу запрыгнуть. Вот здесь я не буду делать этого пока что. А-а-а! Меня заставят. Я вас понял. Спасибо. То есть... Окей. Могу, отлично. Так, сюда я не знаю, могу или нет. Могу? Блин, ну это проверять, конечно. Это было рискованно. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Пока что прыгаем. Я не знаю, на сколько минут получится эта карта. Может быть, на две части вообще разделю. Но ладно, ладно. Опа. Смотрите-ка. Есть. Есть. Подожди, а куда мне? Туда запрыгнуть, что ли? Или туда? Подожди-ка. Слушай-ка! Это никто не видел. Это никто не видел, но я наконец-то сообразил. Я тут как-то пытался сейчас пройти, но нифига не получилось. Ну, бывает. Чисто я, да. Ладно. Давайте сюда. И смотрите, я прям уже более-менее понимаю, как в паркуре что делать. Смотрите. Опа! Хо-хо-хо, есть! А я сюда могу запрыгнуть? Хо-хо-хо, ебой! Слава богу, то, что я нашел этот путь. Я туда, я там пытался сейчас запрыгнуть. Но это была подстава. Может быть, там тоже можно, я не знаю. Но у меня здесь получается. Здесь все хорошо, вроде да. Но я попробую. Давай, опа. Есть лестинки. Опа, 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 опасно, опасно. Так, куда теперь? Так, надо мной ничего нету. А, тихо. Блин, вот это была паника. Первый уровень прошел, зашибись. Я его прохожу уже, наверное, минут 7. Ладно, так. Есть. Ну как есть, я опять упал.
Не понял как. На дерево, я так понимаю, нельзя. Но надо еще раз попробовать на всякий случай. Скорее всего сюда. Ну ладно, давайте еще. Давайте еще раз попробуем. Я не понял. Да ты издеваешься. Ну, я прям мастер по этим заборчикам проходить, конечно. Давай, опа. Нифига нельзя, короче. Я не понимаю, как это пройти. Вот честно, вот просто не понимаю. И все. Здесь очень хитрая карта. То есть я в любом случае не понимаю, что от меня хотят. Я понял. Я понял. Вот смотри, какая хитрая карта. Эта карта, по-моему, еще и на логику, кстати. Я не помню. Я просто похлопаю. Смотрите, как я могу. О, бля. Нихера я долблю кнопку. Ну... Опа, пасхалочку нашел, кстати. Я вспомнил то, что в печках здесь пасхалочка. Я его, наверное, запускать не буду. Потому что все-таки, может быть, копить надо, я не знаю. Так, опа. Опа. Зашибись, прошел. Но здесь было легко. Здесь прям прикольные такие уровни. Так, ну давайте, опа. Блин, не сработало. Кровати я знаю, как работают. Кровати тоже подпрыгивают. Подпрыгиваешь от них. Только очень чуть-чуть. Только очень чуть-чуть. Но, блин, я не знаю, можно или нет, но можно еще раз попробовать. Только жестко. Не, нельзя, походу. Так, отлично. Отлично. А, вот так можно, серьезно. Зашибись, я прошел еще одну карту. Так, это просто библиотека. Ничего здесь такого, скорее всего, печка. Так, это типа, чтобы я упал как лох. Но я не лох оказался. Зашибись. Так, опа, я знал. Черепаший панцирь. Давайте наденем. Не знаю зачем, но почему бы и нет. Раз дает карта, то почему бы и нет. Так, опа, осторожно. Здесь у нас гребаные блоки, которые мне помешают, естественно. Ай-яй-яй, нет. Ну, это вы ничего не видели, да? Так, можно я тебя сломаю? Это я делаю, кстати, в адвенчие режиме, да? То есть, видите, я блоки не могу, только я даже дверь я не могу открыть. А, нет, могу. То есть, я просто убрал картину. А, наверное, так надо сделать, да? Опа, опа, и потом сюда. Тут у нас костер какой-то, печка, печь. Потом сюда, потом сюда. Ай. Но я, наверное, пройду все-таки как надо. Потому что там вроде как и по низу можно пройти. Но это, скорее всего, неправильно будет. Подождите, а что я падаю здесь-то? Я вот это не понимаю. Вот этого я не понимаю, да. По количеству секунд вы можете понимать, сколько я вообще времени туплю. И посчитать, сколько минут длится это видео. Потому что примерно столько оно и длится. Даже чуть больше. Так. Но мы умные люди, смотрите. Ну, как бы это был не мой план. То есть, это не такой план я хотел сделать свой, да. Не такой план был. Сейчас все увидите, наверное. А может быть и нет. Может быть и не увидите. Так, тихо. Единственный план, это вот, наверное... это был не план. Это был не план. Подыхай уже, ладно. Подыхай уже. Так, о, не туда пошел. Вот сюда идем. Теперь сюда, теперь сюда, теперь сюда. А зачем? Я же снизу хочу пойти сейчас. Давайте, опа, опа, опа. Может быть так как-то можно, но вроде и нет. Здесь тоже как-то, блин, ну, все логика опять включилась. Короче, я не знаю, что здесь делать. Я не понимаю, что вы от меня хотите. То есть, может быть, я что-то не понимаю, что, скорее всего. А это 100% я что-то не понимаю. Я понял. Ты собака. Вот автокарта, я тебя убью, ты понимаешь? Потому что мне нужно... А, не, ладно, я тебя не убью, еще все хорошо. Все хорошо, смотрите. Опа. Так, здесь ничего такого нету, да? Я могу пройти, да? Вроде могу. Так, опа, ебой, зашибись, портал в ад. Путь в ад. Это второй уровень только. Вы что, издеваетесь, что ли? Дроппер. Зашибись. 10 месяцев не снимал дропперы, и он сам ко мне пришел. А я прошел. Ничего, это не считается. Я жив, значит, прошел.
Не знаю, правда, как я жив. Я сам не понял, если честно. Ну ладно. Ад. Но здесь же все зеленое практически. А-а-а. Ни хрена себе. О, это батуты. Смотрите, как прикольно. А он не дает, кстати, мне. Он не дает на машину залезть. Окей. А здесь дает. Яблочко. Здесь дает. Так, это мы убираем. И мы сейчас будем паркурить. Опа. Бан! Сразу в кнопку долбанулся. Да, это жестко. Я красиво прошел, видели, да? Прошлую карту я хуже проходил, на самом деле. Очень красиво. Вот здесь, наверное, превьюшка будет. Ну ладно. Это спойлер. Ай. Ай. А, вот залез. Так, здесь надо паркурить, да? Хорошо. Тут лава. Но это не сложно, наверное. Это не сложно, сказал я. Ну, это заметно, да. Вообще не сложно, да, для меня. Изы. Опа. Потом опа. Ну, я чуть-чуть прохожу. Я постепенно прохожу. Все нормально. Это так задумано. Блин, да что, двигайся. Я не хочу умирать. Я лучше подожду, честное слово. Я все равно тут самый последний пройду эту карту по времени. Поэтому пофигу. Так, ну ты издеваешься. Блин, поближе к лаве. Я осторожно, я поближе. Только не касайся, пожалуйста. А, да ты что, тебя. Нет, я чуть-чуть. Блин, это максимум, походу. Да хватит гаять уже. Очень, конечно, красивая карта. Мне прям нравится. Ну ладно, ладно. Давай, опа. Есть, даже так можно, нифига себе. Вот это я красиво прошел, конечно. Так, давай. Прошел. Туда или туда? Давай туда я прыгну. Потому что здесь может быть опять барьер. Собака-блок долбанный! Я сюда. Зашибись. Опа, мы наверх идем. Так. Вижу следующий уровень. Зов джунглей. Элитры. Офигенно. Здесь еще на элитрах надо летать. Но сейчас спец, в принципе, покажет. У нас есть даже фейерверк. На крайний случай. Давайте. Опа. Ду-ду-ду-ду-ду. А что надо делать? Обязательно в кольца? А! Тут какая-то... Я поднимаюсь. Или нет? Что происходит? А, я должен в кольцо попасть? Ничего не понимаю. Короче, пофигу, я трачу это дело. Я ничего не понимаю. Я ничего не понял, что сейчас произошло. По-моему, здесь я все отлично прошел, только... Здесь опять паркует, да, надо? Спасибо огромное. Мне нравится, кстати, здесь красиво тоже. Так, опа. Круто, конечно, сделано. То есть раньше же карты вообще были легкие по паркуру. Ты просто должен уметь паркурить. Все. А здесь надо еще логикой думать. Да что ты, черт побери, такое несешь? Если ты на новых версиях нифига не знаешь, то тебе жопа. С этими картами, ну ладно. Так, тихо. А что? А! Ты издеваешься? Я что-то нифига не понял. Я же говорю, хитрость. Хитрость в новых версиях. Давайте туда прыгать. Мы прыгаем. Неплохо. А, сейчас по лианам, что ли? Давай. Вижу лианку, вижу, все хорошо. А, мне страшно. Я боюсь. Все хорошо? Так. Тихо. Неплохо, я офигел. Я много молчу сегодня, я это заметил. На. Как я это сделал? Я не понимаю просто. Я уже начинаю бомбить чуть-чуть. Я хочу пройти хорошо эту карту. Без всяких читеров там и так далее. То есть хочу чисто, спокойно пройти эту карту. Без всяких проблем. Но я, как всегда, умираю тысячу... Да ты издеваешься, я не могу на первый блок запрыгнуть. Что за подстава? У меня первый раз получилось. С первого раза сразу запрыгнуло, а сейчас не получается...
Давай сюда. Сюда. Сейчас все будет, короче, да, как всегда. Я, типа, круто паркую, да, типа, умею паркуить. Да-да-да, конечно. Давай, опа-опа-опа. Есть. Так, я дальше паркую. Окей. Хорошо, мы здесь спокойно маленький прыжок делаем. Малюсенький. И сейчас сильный прыжок. Нормуль. Давай, нам нужно в воду засунуться. Тоже правило 1.12 из 1.13. Тоже старые версии люди не поймут нифига. И старых версий. Вот правило в 1.12. У меня жизни тратится. Блин, я только сейчас это заметил. Пузырьки почему мне не помогают? А, нет, помогает, все хорошо. Видите, знаток Майнкрафта все сразу понимает, как здесь выжить. Я благодаря пузырькам все понимаю. То есть меня, конечно, колотит немножко магма, но я все равно не задохнусь хотя бы. Задохнуться, мне кажется, хуже, чем поджечься. Ладно, это у нас тюрьма или канализация какая-то. Вылазим. Это у нас уже не паркур какой-то опять начался. В смысле? Ладно, давайте назад. Но опять хитрость новых версий, я вас понял. Сейчас попробуем по воде чисто. Да, блин, паутина, ну ты чё опять мешаешь мне? Как в прошлом видео, точнее не в прошлом, а ну в прошлом видео по картам. Давай, я плыву и сейчас проплыву. Во, видите? Знаток Майнкрафта всё сразу понимает, как проходить все это дело. Ик. Чего? Да ты издев... А, я могу присесть. Я присесть могу, офигенно. Я немножечко твою одежду и яблочко украду, ты не против? Яблоко отдай. Ладно, собака, иди нафиг. А, ну понятно, надо как-то туда залезть. А как? Там... А, там печка просто. Там мне не надо. Так, невесомость. Рыцарские носки, невесомость. Хорошо, хорошо, я их надеваю. Тебе тогда шлепки оставлю, вот, держи. Так, окей, идем. Так, приседаем, идем дальше. Нам, по идее, сюда, да? Так, опа, а, нет. Или сюда, подождите. Так, здесь мы из-за чего не могли пройти, потому что здесь... Здесь просто не пройдешь, здесь... Здесь можно было пройти, офигенно. Ладно, давайте поднимемся наверх, вроде внизу ничего нету. Может быть, я что-то пропустил, но не страшно, не страшно, уже без разницы. Тем более, скорее всего, я сдохну. Так, слышу поршень. Вижу картины, я осторожно сейчас прислоняюсь к ним. Пытаюсь что-то понять. Есть ли тут что-то? Здесь ничего нету. Угу. Круто. Сразу два блока. Ты как? Как? А как? А я как? А кто я? Как? Я как запрыгнул, я не понял. Блин, я как это делаю? Я не понимаю. Я не понимаю. Поздно, рано. Ай! Не понимаю. Запрыгнул каким-то образом. Я не понимаю, как я это прохожу. На лампу, что ли? Ты дурачок? А, нормально, можно прыгать. Я не понимаю, что со мной не так. Блин, паника. Да в смысле, ты как это сделал-то? Собака, меня как-то скинула. Меня как-то скинуло, непонятно как, ну да ладно. Да блин, я влезаюсь, ну что такое? Главное запоминать тайминг. Я не знаю, как это, что это, как? Да как это? Я же здесь стоял, даже туда не подвигался. Опа. Я могу ее выключить. Не знаю, правда, зачем. Так. Смотрим. У нас есть вот эта кафедра. А куда даль? Как это пройти? Я очень надеюсь, что красные блоки это слайм. Спасибо. Вот правда спасибо. Просто если бы нет, я вообще бы... Так, это убивает зеленое, да? Да. Это мы уже усвоили.
Да, и этого я вам не говорил, конечно. Вы хитрые разработчики. Мне даже здесь не дают пройти, нифига себе. Я думал, можно схитрить. А, наверное, так. Я хитрее. У меня даже глаза больше, чем экран. Да, вот. Чё такие хитрые? Вы чё, мы так не договаривались? Почему я сюда... Один блок. Блин. Капец. Я не знаю, как это проходить, конечно. Я честно не знаю, как это пройти. Как это пройти? Может быть, здесь какая-то лесенка. Так тоже нельзя. Тогда я вообще не понимаю. Я не понимаю, что происходит. Я как это пройду? Ну это подстава. Это настоящая подстава. Вот такой подставы я никогда не... Здесь барьер стоит. То есть я не могу не запрыгнуть. То есть я должен вот так вот отпрыгнуть, что ли? Вы что, совсем? Да это невозможно. Да вы сами такой прошли бы, блин, ага. Я бы вам бы... Дал бы, блин, карту бы такую. Ну хотя я не умею их делать. Ну да ладно. Да ладно, в любом случае. Так-то карты-то делать, может быть, построить я могу. Но именно сами механизмы я не знаю, как делать. И эти команды, но это, в принципе, тоже, наверное, не сильная проблема. Так, опа. Ну, я не понимаю, честно. Подождите, может быть, есть второй способ. Ну, пожалуйста, ну, будьте людьми-то. Как мне это пройти? Может, на шифте, может быть? Чуть-чуть получилось. Но нет, не получается. То есть я на краюшке могу. Я не понимаю, это вообще, это законно? Это как вообще пройти? Люди! Я все понимаю, но вот это я не понимаю. Может быть какая-то кнопка здесь? Вообще ничего. Вообще ничего. Никакого намека. Ни книжки никакой, которая там могла бы быть... Где-то вот там бы хотя бы, вот здесь бы, да? То есть, какой-то подсказкой, да? Но я не понимаю, как это пройти. Вот скажите мне, как мне пройти эту карту? Вот сейчас я считал и понял то, что даже не на люстрах, нигде нету ничего. Никакого блока, я так понимаю. Это жесть какая-то. Единственное, что мне интересно узнать, это какие используются блоки. Зеленый бетон. Фига себе. Я думал, то, что какая-нибудь магма. Ну, не магма, а я не знаю, какой-нибудь другой блок. Ну, ладно. Я извиняюсь, то, что я все-таки считернул, но я просто хотел узнать. То есть, все-таки это просто трата времени, да. То есть, видимо, здесь надо как-то вот здесь пройти это. То есть, обойти как-то и вот там где-то выйти. То есть, ну, потому что здесь ты реально не пройдешь. Либо просто искать какие-то блоки. То есть, может быть, просто как-то надо вперед как-то вот прыгнуть. И я не умру. Но это гадать 100 лет можно. То есть, это правда, это гадать 100 лет. Да-да-да. То есть, может быть, мне надо вот так вот. То есть, на шифте пробовал. То есть, я на шифте пробовал. Подожди. Ну, нет. Подожди, можно, знаете, как сделать? Ну, это очень вряд ли сработает. То есть, мне надо как-то на краю. Ну, то есть, ладно бы этот край был бы большим, но я чуть-чуть совсем могу. То есть, я вот так вот могу ходить, но хотя бы, чтобы я вот там на краю ушел, я не могу так. Я не знаю, что делать. То есть, все закрыто. То есть, вот здесь все барьерами. Это очень интересно, с одной стороны, а с другой непонятно. То есть, это какой-то лабиринт. Который тяжело разгадать. Это вообще, наверное, невозможно разгадать.